Всемку. Кукусик, ребят. Ну что, давайте продолжать. Так, а что мы должны были с вами сделать? Что мы должны были с вами сделать? Давайте вспомню. А, найти в актовом зале нашу сестренку. Так, ну давайте попробуем. Эмили была в актовом зале. Надеюсь, она все еще там. Это знаете, что меня единственное смущает? То, что, я так понимаю, мы будем с вами со вторым боссом сейчас сражаться. А именно конкретно с тем челом, у которого я такие фонарик во рту. С огненным было как-то просто все. Хотя я долго тупил, не мог понять, что мне нужно делать. А как мы с этим будем сражаться? Вот это вот я без понятия. Главное, чтобы мы не дрались с вами с этим, с огромным монстром, который вот это выше здания. Тут явно мы с вами не потянем. Так, ну что, поехали. И сразу нагнетающая музыка. Сразу нагнетающая музыка, прикольно. Тихо-тихо-тихо, ты где? Алло? Сестренка? Пожалуйста, хватит. Так, погоди. Кому могло прийти такое в голову? Эмили там, с другой стороны двери. Жесть. Ля, они ее подвесили. За ручки. No. Держись, держись, держись. Так, оставьте меня в покое. А где этот глазик? Где этот глазик? Где это все? Как мне к тебе туда пройти? Так, держись, держись, держись. Понятненько. Но я понял, как пройти туда наверх, но мне надо сначала глазик, чтобы этот Q исчез. А я его не вижу. Где он может быть? Так, ага, оно ползет вот сюда. И... Так. Да, я понял, что она с другой стороны. Как мне туда попасть? Так, у манекена что-то в руках. Ага, ключик может. Заперто с другой стороны. Так, ну и что делать? Куда идти? Так, короче, думай. Думай, думай, думай. Ну, если я просто сейчас тебя чпонькну, ну, это ж ничего не поменяет. А можно не орать, пожалуйста, я пытаюсь тебя спасти. Я пытаюсь тебя спасти, так что, пожалуйста, не кричи. Так, тут есть что-то? Ага, мы можем сюда пройти. Прикольно. Во. Это хорошо, это хорошо. Так, бонжур. Надеюсь, вы на меня нападать не будете. Так, давай-ка. Во. Ты свободна. Мы забрали с вами еще один билетик. Я так понимаю, это билетик, походу, для того, чтобы отправиться нам назад, да? Надеюсь, что я не пропустил еще один билетик в этом, как его, в школе. Так, давайте смотреть. Пожар, шахта, это... А, этот голос в репродукторе. Угу. Господи, они даже не стали меня слушать. Я должна вернуться, должна найти его. Но они не разрешают. Но я думаю, в принципе, тут ничего такого важного нету в этой книжечке, так что задерживаться мы здесь не будем и пойдем дальше.
Так, только что это нам дало? А ровным счетом ничего, да? Кроме того, что мы нашли тут билетик. Угу. И как нам прийти к нашей сестренке? О, т-т-т-т. Так. Погоди, погоди, это тут проход. И тут проход, тут манекен. Наверх никак не залезть, да? Да. Ладно, давайте думать, давайте соображать. Давайте думать, давайте соображать, как это сделать. Да не кричи, пожалуйста. Как мне к тебе пройти? С другой стороны, я понял. Блин. Может, кинуть что-то надо? Может, что-то нужно кинуть? Так, ребят, честно, без понятия, что тут нужно. Что тут нужно делать? Давайте смотреть. Тут везде все заперто. Ага, может, нам нужно будет с вами пройти вот в эту сторону. Художественный корпус. Ну, давайте пошлите назад, я не знаю. Если сможем выйти, пошлите назад, потому что здесь я явно... Явно не пройду. Попробуем обойти сейчас спортзал и зайти с другой стороны. Ну, вы видели, там все закрыто было. Так, надеюсь, мы здесь с вами пройдем. Либо нет, либо да. Не знаю, давайте побегаем. Все равно что-то-то, но нам и попадется на глаза. Надеюсь, что это будет не бабайки. Так, тихо, 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 тихо. Ах ты падла. Ах ты падла. Падла, маленьких он обижает, ты гляди. О. Ингалятор, хорошо. Все, 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 тихо, тихо, тихо. Заканчиваем вот этой вот музыки громкой. Так, сюда, да? Мы можем пройти, я так понимаю. Что за звук? Ага. Давайте попробуем сюда зайти. Заперто с другой стороны. Угу. Угу. О, здорово. Не, тебе все равно. И что? И что делать? А ему все равно на этот свет. Ладно, ладно. А как мне пройти вот сюда? С той стороны. Угу, никто мне не подскажет. Или тут больше входа-выхода нету? Блин, ну, по идее, мы там должны с вами бегать. По идее, мы там должны с вами бегать. Но я даже не знаю. Нужно будет осмотреть все подряд. Так, что это такое? Что это такое? Там что-то светится. Так, свет. Надежда. Так, надежда пропавшей души. Ага, давайте мы от этого сейчас избавимся. Сделаем вот Дон Дисталя библиотеки. Как говорится, не очко обычно губит, а фонарик прямо в... Прямо-прямо. Так. Не? Не то? Так, интересно, что-то еще есть такого плана, да? По идее, да. Не знаю, что-то мы сделали, но что-то мы сделали. Давайте, наверное, попробуем мы вернуться все-таки назад. Так, я нашла ее. Ее вытащили на сцену, я знаю, что ей больно. Дверь закрыта, кто-нибудь нарочно их запирает. Нужно найти ключ.
Нужно найти ключ. Только где нам нужно найти ключ? В каком из этих зданий? В каком из этих зданий? Так, что это у нас? Это у нас школа, правильно? Откуда мы пришли? Да, мы пришли вот сюда. В актовый зал тут закрыто. Либо в спортзал нужно идти. Либо в спортзал нужно идти по-другому. Тут, как говорится, не получится вообще без вариантов. Так, давайте сюда. Давайте сюда. Хотя, может, я там и упустил какую-то дверку, комнатку. Не знаю. Что-то, наверное, я упустил по-любому. Все. До побачення. До побачення, до побачення. Ага. А сюда мы тоже никак не выйдем, да? Потому что... Потому что гладиолус. А где этот гладиолус? Он находится где-то с другой стороны. И до него никак даже не добраться. А как мне тут глазик этот его повредить? Который с этим, со светящейся, с горящей этой башкой. Вот этот вот. Что мне с ним делать? Что мне с тобой делать, скажи, пожалуйста. Угу. И в инвентаре, да, у нас ничего нету, ну да. Как бы ничего нету, и с другой стороны тут тоже не пройти, и тут все заперто. Блин, бред, не люблю вот такие вот моменты, когда нужно... Непонятно куда и что делать. Хотя бы подсказку какую-то делали бы. Хотя бы дали какую-то подсказочку. Но явно ж не в школу возвращаться. Но это, я думаю, будет тупо. Так, а тут мы были на заправке, правильно? А если попробовать обойти полностью школу? Честно, без понятия, куда тут что идти. Ну, то есть, взять, попробовать обойти его вот сюда и куда это. Куда это вот сюда, есть ли в этом смысл? Или смысла нету? А может попробовать взять баночку и кинуть в глаз? В этом, ну, тут. Горящий, который. Только где мне баночку найти? Только где нам найти с вами баночку? Давайте тут попробуем. Давайте тут попробуем что-то найти. Так, пробегаем, пробегаем. Ага, а мы сейчас вниз спустимся. Мы сейчас спустимся вниз, мы сюда не пройдем никак. Жесть, я думал, будет... Обычная серия. Но нет, но нет. Ну, как говорится, сори, ребят. Маем еще маем. Так, может, здесь есть какая-то банка с кока-колой, может, не знаю, нож, палка. Хоть что-то. Может, хоть что-то тут найдем. Так, давайте еще раз смотреть. Нам нужен либо ключ, либо палка, либо... Либо-либо амора-амора. Так. Мне нужен... Да. Мне нужен ключик. А ключик находится... Вот, вот этого вот тела. А сюда я не могу пройти, потому что... Заперто с другой стороны. Так, думай, голова. Так, не то. Не то, не то, не то. Даже если я посвечу сейчас сюда, правильно? Это того ж ничего не поменяется ж. Так, ага, вон дырка какая-то.
Ага, то есть там какая-то дырка, и мы можем туда с вами как-то ж пройти, правильно я понимаю? Только как? Только как это... А, не, стример не тупой, нормально. А что же вы мне раньше не написали, ребят? Надо было раньше писать, Шарчи. Зайди наверх. Почему они все время смеются надо мной? Что бы я ни делала? Они шутят над тем, что или как я говорю, словно я в кино. Это все они издеваются над... Либо над нашей сестренкой, либо конкретно над... Над нами. Так, не думай об этом, хорошо. Так, батареечки, это круто. Ага. Давай, давай двигать. Давай двигать. А это нам нужно двигать для того, чтобы достал туда свет. Ну? Алло, игра, возьмись, пожалуйста. Правильно понимаю? Или зачем? Вот это я что-то тут наделал, ребят. Это что-то я психанул. Ага, вон, нужно выключить вот эту вот штуку, понял. Понял. Правильно я понимаю? А, нет. Нужно зарядить сейчас электричеством и забрать сососолу. Все, дошло. Делаем, короче, вот так. Все, до меня вдруг дошло. Мы сейчас заряжаем, берем сососола. Сососолу берем вот тут. И как раз нормально будет. Все? Не зарядилось? Так, а сейчас? Да твою ж... Куда ты там светишь? Ага. Ага. Так, вот так. Давай по новой. Во, все. Хорошо. Хорошо, красиво. Давай теперь будем заниматься бросанием баночки по кнопочке. Так, и что это нам дало? А это нам дало ровным счетом ни... Чего, да? Или что? Зачем я этим занимался? А зачем я этим занимался? Типа, чтобы что? Непонятно, короче. Ладно. Если вы поняли, конечно, зачем я этим занимался, можете мне написать в комментарии. Да, не забудь поставить свой лайкосик, крыться и подписаться на канал. Так что давай, не жлобись. Бред какой-то. Я все еще в школе. Поверить не могу, что тут есть целая шахта внутри здания. Так что да. Не жлобись, поставь лайкосик. Подпишись на канал. И все будет у нас бенч. Так, пошли. Да, и не забывайся на второй канал подписаться, на Archie.ua. Что это за тварь? Не знаю. А ты меня кусь хочешь сделать, да? А ты хочешь мне кусь сделать, да, я так поняла? Понял, ну. Жесть. Уходим. Так, но сюда ты не пройдешь, правильно? Ты боишься света, походу. Так, давайте посмотрим, что у нас тут ждет. Что у нас ждет тут? А тут у нас ничего не ждет хорошего. Так что побежали.
Так, здесь у нас тоже ничего нету. Хорошо, тогда полезли. Ага. Так, сейчас, одну секундочку, кое-что проверим. Блин, какой же стрёмный смех. Так, нам нужно эту всю систему как-то разорвать, правильно я понимаю? Только как это сделать? Ага, может тележку ближе подвинуть? Все? Нет? Чпоник? А, ну. Ой-ой-ой, а, нормально. Во, и вторая тележка. Вторая тележка тоже есть, хорошо. Только как мне пройти? Блин, я застрял, грёбаный стульчик. Так, и дай сюда. Хорошо, отлично. Давай поменяемся. Во. Не, не так. Не так. А как тогда? Так, но явно ж не так, правильно ж? Явно ж не так, или так, или правильно? Не, неправильно, тут все закрыто. Так, а давай, ага, походу дошло, все. Все, походу дошло, нужно будет его подвинуть вот сюда, да? Во. Так, раз. Да, все. Выключилось, хорошо. Побежали. Ой, только не решу, мне вниз нужно будет. Ну ладно, полезли. Бумтик. Чпуникс. А вот и ключик, да? Так, должен подойти к дверям сцены актового зала. Я... Ключ, наконец-то. Держись, Эмили, я иду. Держись, Эмили, я иду. Нет. Эмили, я тут. Окей, понял. Нужно будет сейчас опять найти, да, выход к Эмили. Чи вход, чи выход, чи что там, как туда пройти. Как пройти к Эмили? Так, выключить. Сейчас, наверное, будет босс, да? Ага, ну вот за этого я говорил. Сейчас будем сражаться с боссом. Так, оставь меня в покое. Остановить жуткое представление. Те ужасные картинки мучают Эмили. Нужно остановить их, пока не поздно. Только не решу, это еще на время нужно делать все. Тихо. Ой, а где баночка? Где наша баночка? Сработает? Или не сработает? Ага. Хорошо. Минус один и минус второй надо сделать. Тихо, присядь, зачем? Вс.
Все. Все, хорошо, все тихо. Меня здесь нету. Давай бегим. Опа, и присядь. Все. Спрятался, проверяй. Все. Так тебе и надо, курица помада. Я больше не могу. Блин, ну хватит, ну серьезно, ну уже не смешно. Ну уже реально не смешно. Ну сколько можно? Как видосик говорю, ну сколько можно? Так. Хорошо. Эмили, я тебе помогу, держись. Hold on. Блин, хорошо, что это все не на время. А я иду, Эмили. Так, сколько еще этих штук нужно? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо-тихонько. Что ты начинаешь? Нормально же общались. Так, успеем пройти, не успеем? Успели. Это хорошо, мы успели. Так, надо будет заюзать аптечку. Слышь, а ты куда? Алло. Эмили, ты издеваешься? Ему конец? Ему конец! Наконец наступила весна. В конце концов, среди концов, конец наступит наконец. Эмили, ты в порядке? Оставь меня в покое. Просто оставь меня в покое. Не волнуйся, Эмили, все будет хорошо. Нет, не иди за мной. Не подходи! Ой, ё-моё. Нет. Жесть. Как-то мы вначале с вами так долго тупили. Ужас какой-то. И быстро как-то босса прошли. Если бы они меня поймали... Нет, уж, Салли, не надо об этом думать. Нужно выбираться отсюда. Так, новая цель. Сбежать с корпуса художественного. Окей. Так, а мне нужно залезть наверх, либо... Да, походу залезть наверх нужно, да? Только куда? Вот это вот хороший... Просто, наверное, вот сюда. Я на это надеюсь, да, сюда. Все. Ребят, до побачення. Так, если сейчас сюда спрыгну, найду ли я выход? Да, найду. Вот сюда. Хорошо, пошли. Только сейчас буквально одну секунду. Дочку, потому что в таких катсценах иногда АБС выдает пропуск кадров незначительный. This place looks totally different. I've never seen that huge statue before. Так, здесь совсем по-другому, я эту огромную комнату никогда не видела, по-моему. Если я успел правильно прочитать. Если нет, то значит нет.
Так, дай-ка мне сюда баночку, наверное. Это как, помните, в этом... В «Пиратах Карибского моря». Баночка с землицей, баночка с землицей. Так, что это? Это батареечка. Вот и выход. Выход перекрыт какой-то странной штукой. Конечно, что бы еще... Что можно было еще ожидать? Ну да, согласен, что можно было ожидать. По-любому там будет... Перекрыто все. Так. Так. Давай заберем ингалятор. Посмотрим, что здесь. Без понятия. А здесь у нас... Тут заперто. Хорошо. А тут? А тут заперто с другой стороны. Я ничего другого и не ожидал. Ага, это пазл. Мне нужно будет найти птичку. Наверное, капитана Воробья нужно будет найти нам. Иди мне искать. Ага, все. Хотел начать кричать, где искать мне эту птичку. А вот, походу, здесь и искать, да? Так, здесь у нас что-то... Что-то здесь у нас кого-то. Кто ты? Неужели сюда нужно будет повесить эту штуку? Морду лица. Ладно, давай смотреть. Давай смотреть. Наверное, баночку... С вашего позволения выкину. Просто подойду, посмотрю, что тут находится. Ага, здесь находится кристалл. За кристалл нам дают билетики. Окей, наверное, сюда надо будет, да, что повесить? Типа вот такую вот масочку. Либо не надо будет, либо я сам себе уже напридумывал. Так, давай смотреть, что у нас тут есть. Нам нужно будет как-то выключить, во-первых, электричество. А во-вторых, разобраться, где находится птичка, которая нам нужна. Так, давай. Ага, вниз, да? Вниз нет. А нам нужно включать, выключать. Что это нам дает? Я сейчас так залипну минут на 40. Включаю, выключаю. Так, ага. На цепочечку, да, все закрыто. А здесь у нас что? А здесь без понятия. Ага, еще один вход и выход. Так, ну нам по-любому надо будет, да, найти с вами колесико. Так, сколько манекенов? Что они с ними делают? Я бы тебе, конечно, рассказал, что они с ними делают, но ты еще маленькая девочка для этого. Ага, вот, я же говорил, вот маска. Вот масочка, вот масочка. Окей, окей. А, наверное, за масочку нам дадут вот эти вот колесико, да? А за колесико нам дадут еще что-то. Ладно, пока мне скрутить нету смысла. Идемте обратно, повесим маску, заберем колесо. Надеюсь, что там колесо будет. Ё-моё. Испугал, падла. Так. Можешь лузгнуть его, а? Как думаете? Да. Думаю, лучше его сразу лузгнуть. Хотелось, конечно, его шамарнуть, но ладно. Так тоже неплохо. Во. Да ты шо? Так, этот ключ от кладовки, где хранят принадлежности для рисования и всякого такого. Может быть, там найдется что-то интересное. Вообще, вот это я смартфон, я вам отвечаю. Так, давай. Кладовка у нас туда находится? Да. Кладовка у нас тут находится. Такие красивые и совсем не жуткие рисунки.
Так, а что у тебя? Ага, привет. А как мне тебя... Как мне тебя достать? А достать мне, наверное, тебя можно будет баночкой, да, кинуть в тебя? Угадал? По-любому же угадал. Так. И сюда никак не пройти или пройти? Не, тут все заперто. Давайте попробуем взять баночку с этим, с песочком. Баночку с землицей и кинуть в эту штуку. Не знаю, получится, не получится. Если не получится, будет печально, потому что я не знаю, как туда добраться. Да, получилось. Отлично, отлично. Деталь какого-то механизма. Я даже не представляю, какого. Это что такое? Ты серьезно? I love you. I love you too. Только не ешь меня, пожалуйста. Ты хочешь мне помочь? Ты хочешь мне сделать кусь? Так, а давай ты покажешь, как мне выйти отсюда, давай. Не, меня здесь нету. А, вот выход. Все, тихо, тихо. В смысле, не прячься? Но если я не буду прятаться, ты ж мне... Не-не-не, я тебе доверять не буду. Это по-любому. Ё-моё, сколько это... Все, я не прячусь. Не прячусь, все нормально. Так, заперто. Нам, по-моему, сюда, да? Блин, я бы, конечно, попробовал бы его фонариком в них посветить, но я думаю, с куклами эта штука не сработает. Так, давай сюда. И давай пробовать как-то крутить это все. Да? Все оказалось так. Все настолько просто оказалось. Ага, и что мне с этой штукой? Ага, мне эту штуку туда надо. Окей, тогда давай забираем. Забираю я тебя. Вот сюда. Так, нет, пусти. Ты чего, пусти. Так, раз. И... Нет, не то. Значит, тебя надо. Да какого? Так, что за ужас творится, оно? Все, шикарно. Шикарно. Не-не-не, рано. Ставь, ну не надо. Все, уйди. Я понимаю, что ты молодец, что ты спешишь, но не надо спешить. Все будет хорошо, мы успеем. Так, присели и пошли. Слышь, я не понял, почему сестра от нас убегает? Это что за бред? Что за бред? Так. А как тебя крутить? Ага, на Ешку, да? Что нужно сделать? Так. Непонятно. Непонятно. Так, ну тут по-любому... Вот так вот, да? Или нет? Не знаю, что я делаю и правильно ли я это делаю. Походу неправильно. Так, шикарно, отлично. И чуть-чуть, совсем чуть-чуть крапулечку. Да. Чинились ли с вами лифт? Мы с вами молодцы. Сейчас, 2 секунды и продолжим. Так. Что нам нужно? А нам нужно встать и... Ага. И вниз.
Или наверх. Так, а эта штука, она что дает? Не знаю, давайте включим. Давайте попробуем отправиться наверх. Нам же, по-моему, нужно найти какую-то птичку с вами, да? По заданию. Все, я не знаю, зачем. Так, воздушный корпус так точно выглядеть не должен. Теперь тут прямо как музей. Ну как? Так, теперь мне нужно... I love you. Статуя обернута цепью. Нам нужно найти... Не-не-не-не-не-не-не. Меня здесь нету. Так, что это, ингалятор? Хорошо. Тут мы не пройдем, значит, нам туда. Так, открыть дверь с канарейкой. Это канарейка. Да, это канарейка. Блин, прикольная статуя. Так, а я могу тебя бросить? Да-да-да, я понял. Ой. Это я, конечно, зря, да, сделал? Это, походу, я зря. Так, наверх можно залезть. И что это нам даст? Блин, я так хочу попробовать... Я так хочу попробовать посражаться с ними. Или, наверное, это будет бессмысленно. Так, давай залезем сюда. И что это нам даст? Так, что это нам даст? Блин, я не знаю. Стоит ли сюда спускаться, либо не стоит. Ладно, давайте. Давайте спустимся. Да. Давай спустимся, давай посмотрим. Может, я и правильно иду. Так, тихо. Тихо, спокойно. Спокойно, все хорошо. Так, давай выключим свет. Что-то светится. Ты кто? Ага, наверное, штука, с которой мы сможем, да? Сражаться или нет? Прекрасно. Как раз то, что нужно. Достать огнетушитель. Это, наверное, против этих монстров, да? Так, удерживайте, чтобы... Ага. Распылить. Или это будем мы тушить с вами костер? Да ты шоля, мы теперь пожарник. Мы теперь маленький щекастый пожарник. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, больно. Понял. Значит, нам не сюда. Мы просто пришли с вами за новым... За новым этим, как его... Видом, как говорится, оружие. Правильно я понимаю? Мы же сможем с вами использовать против кукол, замораживать их? Или нет? А теперь у меня другой вопрос. Как мне отсюда выбраться? Как мне выбраться отсюда? Где тут выход, где тут вход? Может, мне баночку надо взять и баночкой бросить какую-то штуку? Блин, вот здесь пожар. То, что я потушу пожар, это понятно. Так, присесть. Ага, нельзя, нельзя. Нельзя, ладно. Все, потушили. Так. Ага, лужки можно заморозить электрические, прикинь. Да ты шо, вообще огонь. Ну все. Так, что ты начинаешь? Вот, теперь можно глазки замораживать. Ребят, поняли, да? Теперь можно будет зайти в этот, как его... В ту... Как его, школу, спортзал, или что мы там хотели пройти, помните? И, наверное, в той школе спортзале будет у нас птичка. Сложно, сложно. Так, монстра можно заморозить с помощью огнетушителя, я же говорил. Ой-ой-ой.
До побачення, до побачення. Как пройти мне сюда? А я не знаю. Дай мне птичку. Это канарейка, да. Зачем я это тушу? Не знаю зачем. Арчи, не тупи. Так, давай заморозим, да? Правильно? Нет, неправильно. Так, погоди, а куда оно идет? Куда оно все идет? Это ж идет с глазика, да, какого-то, правильно я понимаю? А он уходит куда-то. Куда-то он уходит. Куда-то в эту сторону. Блин, на первый этаж спускаться. Ладно, оно. Алло, лифт. Теперь понятно, что это за кнопочка. Это кнопочка лифта. Давайте попробуем спуститься вниз. И посмотреть, может там что-то мы найдем. По поводу огнетушителя. Мне интересно, у него заряд заканчивается? Либо не... Так, либо не заканчивается. Оно? Мы с вами можем забрать и забрать батареечку. Нет, нам не надо. Хорошо. Все, 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 все. Отстань от меня, пожалуйста. Меня тут нету. Все. Да, достали библиотеки. Так, что я тут хотел? Я тут что-то хотел, да? А я хотел, наверное, пройти вот сюда. Как вариант. Во, все. Все, 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 ты нас не видишь. Мы в безопасности. Хорошо. Хорошо, отлично. Что это нам дало? Это нам дало ровным счетом не... Чего, да? Угу. Здесь просто запасные были эти, как его... Ингаляторы. Запасные ингаляторы были, хорошо. Так, давай смотреть. Тут где-то идет глаз. Где этот глаз идет и куда он идет? Ага, вот, наверх можно еще подняться. Давай попробуем. Не, ну голос, конечно, жуткий. Конечно, жуткий голос сделали они. Ля, это сиреноголовый, ребят. Только не ври, что мне с тобой сражаться надо будет. Ну, пожалуйста. Ну, нет. Все, отстань. Отстань от меня, пожалуйста. А ты не можешь, слышь, птичку мне... Алло. I love you. Ты не можешь мне птичку достать? Не, случайно. Задолбало меня это заперто с другой стороны, заперто с другой стороны. Так, здорово. Ага, нам нужно... Ой, тихо. Дай. Давай мы с этим сделаем вот так. Да. Во, а с тобой нужно будет сделать вот так. Правильно? Вроде бы правильно. Так, сейчас мы на второй этаж туда залезем. Это по-любому я хочу батарейку. Батареечку забрать. Мало ли пригодится. Тихо. Все. Меня здесь нету. С кем ты там разговариваешь? Ну, что за бред? Что эта штука не исчезла? Где еще? Ага. Вот где. Все? Да.
Шикарно, шикарно, шикарно. Не-не-не-не, ну куда ты вот это вечно... Вечно вперед паровоза бежишь. Так. Давай вот сюда присесть. И что? Что это нам даст? Что это нам даст, ребятки? Как думаете? Так, что там по времени? Давайте посмотрим, сколько уже идет серия. 50 минут, ё-моё. Так, я предлагаю, наверное, сюда мы спрыгиваем. На этом мы, наверное, серию с вами закончим. А в следующей же... Да ты шо, ля, Левиоса. А в следующей серии уже продолжим. Попробуем найти птичку, открыть дверку и что-то еще сделать. Не знаю, столько много заданий, что я уже забыл, что нам нужно. Так что все, всем спасибо, всем пожалуйста. Всем до потом и пока-пока.